Всем привет! Слушайте, еду такая злая, капец, представляете? Ездила на вызов в квартиру, было три ордера, короче, на кухне поменять лампочки, в спальне поменять лампочки, и дверка кабинета, под мойкой, короче, дверка не работает. Приехала. Короче, пацан, беленький такой, где-то лет... Не знаю, да, тридцатник, может. Если что, это я. В синей футболке. Ну, такой где-то тридцаточка, где-то, может, там плюс-минус. Сейчас расскажу и дальше поеду. Значит, ну, дверку ему там один шурупчик прикрутила. Все, дверка закрывается, открывается. Лампочки на кухне, он просто не знал, где они включаются. И не знал, где включаются лампочки в спальне. Слушайте, у меня вопрос. Люди, где мужики? Мужики, вы где? Короче, я не знаю, он или долбоеб, или голубец. Что-то одно из двух. Ну что это такое, бля? Я даже лампочки не меняла. Просто... Показала ему, где включаются. Короче, что происходит? Как говорится, или я дурная, или что творится вокруг? А, подскажите. Все, выключаюсь. Это у меня такое вот сиюминутное настроение видео.